This conference will now be recorded. Рад вас всех приветствовать на нашем семинаре, который я назвал «Изменения в сертификации CCNA». Вкратце расскажу о себе. Зовут меня Монахов Павел Сергеевич. Можно просто Павел. Я осмелился поставить на первом слайде новую фотографию, потому что старая фотография не очень отражает мою текущую внешность. Вот, я думаю, никто меня за это не наругает. Это я, да, вот такой вот человек. Если вам захочется поподробнее узнать обо мне, то есть на моем сайте monahfps.ru. А вкратце озвучу следующее. Я являюсь сертифицированным инструктором компании Cisco Systems и сертифицированным академическим инструктором компании Cisco, что дает мне право вести официально курсы Cisco Systems и курс сетевой академии, чем я, собственно, в центре специалист уже в течение, получается, 6 лет и занимаюсь. Имею также ряд статусов, как их называют, индустриальных или промышленных. Не все далеко поместились на слайд. Чтобы не забивать его лишней информацией, я оставил только основные, например, CCNA Routing and Switching, CCNA Security, CCNP Routing and Switching, CCNP Enterprise, Cisco Certified Specialist Enterprise Core и другие, которые вы видите на слайде. Подробнее обо мне еще раз можно посмотреть на сайте monahfps.ru. Собственно, зачем мы с вами здесь собрались? Этот семинар представлен учебным центром «Специалист». Учебный центр «Специалист» – это крупнейший центр обучения в России и Восточной Европе. Уже 28 лет на рынке образовательных услуг, миллионы выпускников, огромное количество учебных классов, больше 250 преподавателей и просто огромнейший ассортимент курсов, более 1000. И часть из этих курсов – это непосредственно курсы от компании Cisco Systems. Собственно, о чем мы с вами сегодня поговорим? Темы, которые были озвучены в рекламе к семинару, включали в себя изменения сертификации CCNA. Ну а в целом мы вообще поговорим об изменении в сертификации. И конкретно уже в сертификации CCNA. Как вы, может быть, знаете, хотя, может быть, и не знаете, и только-только окунулись в сертификации Cisco Systems, на всякий случай напомню для всех. 24 февраля 2020 года компания Cisco Systems кардинально изменила подход к сертификации. И это отразилось на всех имеющихся курсах и на всех имеющихся экзаменах. Вкратце можно сказать следующее. Все, что было раньше, сменили и переделали полностью. А почему компания Cisco Systems решила поменять все кардинально? Как вы, наверное, знаете, в современном мире технологии развиваются постоянно. И этот процесс не остановить. Он будет бесконечен. И можно сказать, что с каждым годом технологий появляется все больше и больше и больше. И сетевых технологий в частности. Сети становятся более интуитивными, автоматизированными. Сети уже не оторваны от предприятия. Они должны легко адаптироваться к новым потребностям организаций, быстро подстраиваться под бизнес, под новые бизнес-задачи. Если сети сейчас еще не стали до конца такими, как описано на слайде, то такими они должны стать. Так как нам приходилось в курсы постоянно добавлять новую информацию, и информации стало со временем так много, что невозможно было уже плавно новые темы
добавлять. Потребовался полный пересмотр и подходов, и знаний, и навыков, которые потребуются сетевым инженерам, и не только сетевым инженерам, но и, например, разработчикам программного обеспечения. На что сейчас, в принципе, ориентируется компания Cisco Systems? Портфолио продуктов Cisco за последние годы довольно сильно обновилось и расширилось. И мы можем объединить это под общим названием New Network – новая сеть. Сейчас Cisco Systems активно продвигает следующее. Это так называемые сети на основе намерений – intent-based. За счет чего или что такое в принципе намерение? По-русски мы часто называем это хотелками. То есть есть некая хотелка со стороны бизнеса, внедрение нового сервиса, внедрение нового продукта, и без перенастройки сети внедрить это полноценно невозможно. То есть есть некий позыв, намерение, хотелка, и эту хотелку необходимо перевести из устного, так сказать, предложения, вот, перевести на язык понятной сети, сделать этап Translate. Надо эти изменения применить, Activate, и надо убедиться, что эти изменения вступили в силу везде, где требовалось. Итого мы получаем непрерывный цикл. Есть намерение преобразуем в язык, понятный для сетевых устройств и похожих устройств. Применяем и убеждаемся, что все прошло хорошо. В целом, вы наверняка слышали такой термин, как DevOps. И принципы DevOps потихонечку переползают на сеть. Второй момент, который Cisco Systems заложила в свое новое портфолио, это сети, охватывающие множество разрозненных доменов. У нас есть обычные сети, есть сетевая безопасность, есть облачные технологии, есть сети филиалов, есть интернет вещей, множество, есть Enterprise Campus, есть Enterprise Data Center. И все это, ну, конечно, связано, но хочется более тесной интеграции всего. Ну, хочется как-то это все связать воедино, так сказать, унифицировать. Унифицировать для удобного управления и для безопасности. И третий принцип, которого Cisco Systems придерживается в новом портфолио, это программируемые сети. Это внедрение автоматизации, внедрение гибкости и масштабируемости. При этом все это должно происходить безопасно. На основе новой сети были предложены следующие основные тезисы, что цифровой бизнес и архитектура сейчас должны полагаться на так называемые программно определяемые сети. Программно определяемые сети дают вам больше гибкости, вот, быстрее позволяют адаптироваться к новым потребностям. Требуется внедрять автоматизацию и виртуализацию во всех сетевых доменах, во всех тех разрозненных сетевых доменах, которые существуют. Хочется перейти от режима управления с помощью командной строки или веб-интерфейса, от настройки одиночного устройства к программируемым сетям, используя стандартные API. Раз мы занимаемся автоматизацией, то как же можно заниматься автоматизацией, если мы не знаем никаких скриптовых языков программирования, которые нам в этом помогут?
Поэтому программирование и навыки программирования становятся необходимы и сетевым инженерам в том числе. Беспроводные технологии в данный момент превалируют в сетях. И современный кампус – это большей частью уже кампус беспроводной. Беспроводка дает огромное количество преимуществ, и потихоньку-потихоньку она начинает доминировать, вот, во всех, организациях. И последнее, нам необходимо, развивать навыки для аналитики, вот, чтобы навыки аналитики для борьбы с постоянно расширяющимися угрозами безопасности. Как показал опрос Cisco Systems, вот, наниматели хотят от будущих сетевых инженеров не только базовых знаний по IP-сетям, а еще и в принципе уметь ориентироваться во всем этом огромном новом мире, с какими технологиями мы сейчас можем столкнуться, к чему сети идут. Пусть этот человек не будет знать весь набор инструментов очень подробно, но зато он, в принципе, будет с ним знаком, да, в случае, например, желания со стороны организации углубиться, вот, в развитие определенного сервиса, чтобы человек понимал, какая из новых технологий может ему пригодиться, а не только уметь выполнять базовые навыки, иметь базовые навыки по настройке сети. Что касается конкретно сертификации, которая раньше называлась CNA Routing and Switching. Сертификация CNA Routing and Switching за долгие годы ее существования добавляли все большее количество материала. Я сам застал этот процесс, когда курсы и экзамены CNA Routing and Switching были версии 1, потом версии 1.1, потом версии 2, потом версии 3. И смена происходила каждые где-то 3 года. И с каждым разом в курс и в экзамен добавлялось все больше и больше информации. При этом количество старой информации почти не уменьшалось, уходило только откровенное старье. И в итоге курс становился очень-очень-очень тяжеловесным для новичка. Все-таки мы предполагаем, что и сертификация, и курс CNA – это все-таки самая-самая основа, это первый шаг, который будущий сетевой инженер может сделать. А количество материалов стало настолько велико, что этот первый шаг давался с неимовернейшим трудом. И несмотря на то, что количество материала в целом увеличивалось, не хватало каких-то базовых знаний о технологиях, которые есть фактически на каждом предприятии. И чтобы не забить этот курс окончательно и не забить сертификацию окончательно, приходилось выносить некоторый материал в сторонние направления. Смотрите на слайд. На этом слайде вы видите сертификации компании Cisco Systems до перехода к новой системе. У нас была базовая сертификация CNA Routing and Switching, посвященная маршрутизации и коммутации. Но при этом в организации наверняка требовались базовые навыки и знания по безопасности, но места уже здесь не хватало. Поэтому отдельно у нас была сертификация CNA Security, где были вопросы, посвященные безопасности. Также не хватало знаний о беспроводных сетях в курсе Routing and Switching. И поэтому было отдельное направление CNA Wireless, посвященное основам беспроводной сети, основам дизайна, основам внедрения. Отдельно существовали курсы, посвященные дизайну, Cisco Certified Design Associate, но базовые вопросы дизайна все равно нужны
в любом предприятии. И получалось, чтобы сделать первый шажок в жизни сетевого инженера, нам приходилось проходить сертификацию CNA Routing and Switching, чтобы узнать основы, а порой даже не основы, а узнать какие-то протоколы очень-очень-очень глубоко, хотя вряд ли новичку это требовалось. Параллельно с этим надо было изучить аспекты безопасности из сертификации CNA Security, захватить чуть-чуть беспроводки из CNA Wireless и захватить чуть-чуть дизайна из CCDA. Огромный пласт, который предстояло изучить новичку. Первый шаг становился неимоверно сложным. Выход решили целиком отменить все, что было раньше, и переделать тотально. Что получилось? Вот что мы имеем с вами на текущий момент. Посмотрите, количество сертификаций значительно уменьшилось. И на уровне Associate, на начальном уровне, нету больше направлений вроде CNA Routing and Switching, CCNA Security, CCNA Wireless. Есть единый CCNA. Вы можете сказать: Павел, но тут же рядом с CCNA есть еще две вещи, например, DevNet Associate и CyberOps Associate. Если мы говорим о технической работе будущего сетевика, об основах работы, то они все в CCNA. Линеечка DevNet предназначена для разработчиков, а отнюдь не для технических специалистов, не для сетевых инженеров, сетевых администраторов. Линейка CyberOps предназначена для тех, кто хочет в дальнейшем связать свою жизнь с так называемыми соками. Вот, Security Operation Center, с центрами анализа безопасности. Поэтому вряд ли можно, что DevNet, что CyberOps, как-то провести аналогию со старыми сертификациями. Это вещи совершенно новые, которых раньше не было. А на базовом уровне у нас остался только CNA. Один базовый курс и одна базовая сертификация, которая включает в себя основные моменты. Также уменьшилось количество направлений на уровне выше, например, линейки CNP. Если раньше направление базовое называлось CCNP Routing and Switching, теперь оно официально называется CCNP Enterprise. То есть CCNP для работы на предприятии, для построения сети крупной организации. Что же такое обновленная сертификация CNA? Это один курс и один экзамен, охватывающий все основные моменты для начала карьеры, для вот этого первого шага, о котором я не раз упоминал, в области сетевых, а может быть даже информационных технологий в целом. Это основа для дальнейшего движения в любом направлении. Познав основы, вы вольны выбирать, что вам интересно дальше. Интересна работа на предприятии, вас ждет линеечка Enterprise. Интересный вопрос, связанный с безопасностью, есть линеечка Security и так далее. Вас не привязывают к базовой маршрутизации и коммутации очень-очень сильно, вас не заставляют очень глубоко изучать особенности протоколов, которые понадобятся далеко не всем, и, получив базовые знания, вы вольны дальше определиться, куда вам двигаться, и при этом голова, да, не остается перегруженной. Значит, на текущий момент CCNA отличается от предыдущих сертификаций тем, что в новом CCNA более широкий охват тем, гораздо более широкий. Это не только технологии коммутации и маршрутизации, это и основы сетевого дизайна, это и основы безопасности,
Это основы беспроводных технологий. Это основы технологий виртуализации и основы технологии виртуализации сети в частности. И это тема, посвященная автоматизации. В новом курсе, в новой сертификации отсутствует информация о многих старых или устаревающих технологиях, с которыми вряд ли вы сейчас столкнетесь на предприятии, а если и столкнетесь, то крайне-крайне редко. И чтобы вместить больший охват тем, было сделано следующее. Те темы, которые не обязательны или не нужны новичку, вот, или технические, глубокие технические подробности, которые новичку вряд ли пригодятся. Вот. Либо количество подобных тем уменьшилось, вот, и они были удалены в принципе, либо они были вынесены на уровень выше. Актуальные технологии никуда не пропали, но если для них не осталось места в CCNA, то их перенесли на уровень выше, например, в CCNP Enterprise. Чего более в сертификации CCNA нету? Нету многообластного OSPF. В третьей версии сертификации многообластный OSPF появился. Сейчас он пропал. Действительно, кому из новичков может потребоваться многообластный OSPF? Маловероятно. Основы OSPF никуда не ушли. Протокол OSPF рассматривается. Но конкретно глубокий анализ многообластного OSPF ушел. Ушли технические подробности об OSPF версии 3, об OSPF для IP версии 6. Опять же, новичку посчитали это не очень нужно. Знания и навыки, посвященные протоколу IP версии 6, присутствуют и присутствуют довольно в большом количестве. Вот. Но при этом маршрутизация IP версии 6 в OSPF была вынесена на уровень выше. Нету более в CCNA протокола HSRP. Опять же, редко он пригождался новичкам. В курсе в целом упоминается о протоколах резервирования первого шлюза, да? Но конкретная техническая реализация HSRP более не рассматривается и вынесен на уровень выше. Аналогично с темами, посвященными NetFlow или VTP. Протокол динамической маршрутизации EA-JRP. Сама Cisco Systems прекрасно понимает. Протокол EA-JRP сейчас гораздо менее распространен, чем лет там 10 назад. OSPF захватывает все. И шанса новичку столкнуться с EA-JRP, шанса фактически нет. И поэтому было принято решение, да, вот такое, может быть, для самой Cisco Systems обидное, EA-JRP вынести на уровень выше. Протокол RIP. RIP, как протокол динамической маршрутизации, уже давным-давно мертв. Я всегда относился к RIP-у в курсе, как, например, к языку программирования Паскаль в школе или в университете. Да, никто потом на Паскале не будет писать программы полноценные, но языки типа Паскаль или Basic, они простые и очень хорошо подходят для новичков, чтобы понять основы. И также я относился к протоколу RIP, пока он был в курсе. Он может быть и не встретится вам на предприятии, его уже нету. Но тем не менее, как пример для обучения, это был очень хороший протокол. Сейчас решили, что RIP это в принципе старьем, и не надо его использовать в принципе. Лучше уделить время протоколу OSPF, RIP пропал. BGP. BGP появился в третьей версии сертификации, причем он появился очень-очень базово. Из новой версии он пропал. Посчитали, что BGP новичку не нужен.
И действительно, толку от BGP в старой версии курса особо не было. Полноценно настраивать BGP после полученных знаний вы бы не смогли, вот. Но тратили на это драгоценное время. Ушли протокол PPP, PPPoE, HDLC. HDLC старьем, PPP и PPPoE нужны, но их переместили на уровень выше. То же самое касается и ГРЕ. ГРЕ не старье, но новичку вряд ли потребуется строить ГРЕ туннель. Как видите, вычли довольно много. И тогда встает вопрос, а что же добавили или что в принципе есть в сертификации, в текущей, если столько всего выкинули. А давайте посмотрим. Ваш первейший источник для получения информации о сертификациях – это непосредственно сайт cisco.com. Если вы не знакомы с сайтом cisco.com, рекомендую ознакомиться. Самая актуальная информация всегда будет присутствовать именно здесь. Чтобы не потеряться, вся информация о сертификациях содержится в меню в разделе Training and Events Certifications. Нас интересует, как видите, одна из самых популярных сертификаций, это непосредственно CCNA. Так. На текущий момент для получения сертификации CCNA требуется сдать всего лишь один экзамен, который имеет номер 200-301 и называется аналогично CCNA. А что, собственно, есть в этом экзамене? Exam Topics. Так, основы сети, основы никуда не пропали. Это основные сетевые компоненты, роутеры, коммутаторы L2 и L3, Next Generation Firewall, IPS, точки доступа, контроллеры. Постоянно мы слышим о контроллере Cisco DNA Center и беспроводном контроле. Основы дизайна, двухуровневый дизайн, трехуровневый дизайн. Дизайн дата-центров типа SpineLeaf, основы глобальных сетей, малых офисов, домашних офисов, темы, посвященные развертыванию сервисов на месте или в облаке, физические интерфейсы, оптика, медь, вот. Сравнение протоколов TCP, UDP, адресация IP-версии 4 под сети, вот. Это мы все видели. Вот они. Основы беспроводных технологий, каналы SSID, частоты, основы виртуализации, что такое виртуальные машины и так далее. Темы, посвященные базовой работе внутри локальной сети, это VLANы, транки. Протоколы обнаружения устройств, технологии агрегирования каналов, протокол Spanning Tree, новые темы, архитектура беспроводных сетей от Cisco и режимы работы точек доступа, компоненты беспроводной сети, варианты управления беспроводной сетью, вот, конфигурирование основных компонентов локальных сетей для беспроводки. Связь. В связи здесь вряд ли добавили что-то новое. Это основные протоколы маршрутизации, основы работы маршрутизатора, административная дистанция, статические маршруты в IP-версии 4, в IP-версии 6. Это OSPF версии 2 и упомянутая мной группа протоколов резервирования первого шлюза. IP-сервисы. NAT, DHCP, DNS, SNMP, DHCP, качество обслуживания.
Большой блок, почти 15%, занимают основы безопасности. Это основные понятия, такие как угрозы, уязвимости, элементы безопасности, защита безопасного доступа к устройству, политики паролей, основы туннелей, сайт-ту-сайт или remote access. Это списки контроля доступа, это технологии для защиты локальных сетей на коммутаторах второго уровня, DHCP Snooping, Dynamic Carp Inspection, Port Security. DHCP Snooping и Dynamic Carp Inspection раньше точно не было. Модель AAA, аутентификация, авторизация и учет. Протоколы для обеспечения безопасности в беспроводных сетях. И все это, да, как видите, составляет примерно 15% от экзамена. И еще 10% – это тема, посвященная автоматизации и программированию сетей. Вот. В целом об автоматизации, сравнение традиционных сетей и сетей с контроллером. Вот. Рассмотрение основных принципов архитектуры SDN – Software Defined Networks, что такое Overlay, Underlay, Fabric, вот. Что такое Control Plane, Data Plane, API, сравнение управления традиционными способами использования Cisco DNA Center, рассмотрение основных API, таких как HTTP, варианты автоматизации не только с помощью Cisco DNA Center, но и с помощью сторонних средств, таких как Puppet, Chef, Ansible, вот. И знакомство, например, с форматами данных типа JSON или YAML. И это в размере примерно 10%. Если мы подытожим то, что есть в текущей сертификации, давайте я сверну процентное соотношение, чтобы было очевиднее. Основные темы, которые были и раньше, и в которые включили основы беспроводных сетей, и в которые включили основы дизайна, занимают у нас с вами 40, 65, 75%. 75%, по сути, это основа основ. 15% на основы безопасности и 10% на основы автоматизации и программирование сетей. Следующий момент. Так как у нас теперь есть только один экзамен, CCNA, вот, также были пересмотрены стоимости. Раньше сертификация CCNA обходилось вам либо в 325, либо в $330 за экзамен, смотря как вы сдавали в двух частях или единым экзаменом. Разница по деньгам была невелика. Теперь же стоимость экзамена составляет $195. Значительное сокращение цены по сравнению с тем, что было. Фактически больше, чем на треть. И опять же, почему? Для того, чтобы снизить порог вхождения, чтобы легче далась первая ступенька начинающему специалисту. Я думаю, это солидный плюс. Что может предложить вам центр специалист в связи с выходом новых сертификаций, с новых курсов? Как и раньше, для каждого экзамена существует рекомендуемая подготовка. И рекомендуемой подготовкой для сдачи экзамена CCNA является одноименный курс внедрения и администрирования решений Cisco CCNA. В этом курсе есть все, что необходимо вам для сдачи экзамена. Огромное количество материала с учетом последних изменений. Зайду я на сайт специалист.ру. В поиске проще всего так и набрать CCNA.
И все, что требуется, есть в данном курсе. Программа курса, я не буду уж ее зачитывать, она довольно-таки объемна, присутствует целиком на сайте, можно с ней спокойно ознакомиться. Если будут какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться к менеджерам, они вам объяснят. Курс рассчитан на 5 дней с преподавателем и на 3 дня самостоятельного обучения. То есть какие-то темы поверхностно рассматриваются вами самостоятельно, вот не в учебное время. Например, протоколы, основы протоколов резервирования первого шлюза. Также на сайте можно встретить и расписание, и стоимость, и все-все-все. В принципе, давайте подытожим то, что я озвучил за сегодня. Значит, новая сертификация CCNA. Это большие перемены для того, чтобы новичок смог сделать свой маленький первый шаг. Тот курс, который и та сертификация, которые помогут любому начинающему сетевику. Убрали старье, меньше технических подробностей о том, что сразу далеко не пригодится. И много того, с чем вы сможете столкнуться, ну, если вы не будете в этом хотя бы экспертом, то ознакомитесь с этим поверхностно и в целом будете представлять, что в сетях на текущий момент есть. Я озвучил все, что хотел. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете написать их в чат, и я буду рад на них ответить. Так, Виктория спрашивала про старые технологии. Виктория, да, я вроде как во время рассказа сделал упор на этих темах, таких как RIP, HDLC. Нет, Сергей, сдача, экзамен, экзаменация и сертификация – это всегда отдельно. Более того, сейчас нету обязательных никаких условий для сдачи сертификации, как это было раньше. Вообще со всех уровней пререквизиты убрали. Раньше, например, чтобы сдавать экзамены из линейки CNP, вам нужно было сдавать соответствующий экзамен из линейки CNA. Сейчас это убрали. Но сертификация все равно стоит особняком. Вот. Обучение обучением, а экзамены экзамены. Экзамен в стоимость курса не включен. Материал на курсах официально предоставляется компанией Cisco Systems в виде электронных учебных пособий. От бумажных учебных пособий мы отказались уже довольно давно, я думаю, уже больше 3 лет. И в целом сейчас очень трудно найти те курсы, на которых предоставляется именно бумажное учебное пособие. Официально через сайт Learning Cisco вот материал в электронном виде. Вопрос от Максима. А что по поводу продления новых сертификатов? Не очень понятно, в чем вопрос. Новые сертификации, как и старые, имеют время жизни, так скажем. Если мы рассматриваем сертификацию CCNA, то срок 3 года с момента получения. Через 3 года либо вы должны пересдавать экзамен, либо вы должны сдавать экзамен уровнем выше. Однако после 24 февраля появилась новая возможность. За прохождение официальных авторизованных тренингов, коим
например, курс в центре специалист, вам положены так называемые CE баллы, вот, Continual Education. Не помню в каком количестве, но смысл таков. Вы можете для продления сертификации не сдавать тот же экзамен еще раз. Вы не обязаны сдавать экзамен уровнем выше. Вы можете пройти обучение, получить за обучение, и не только, кстати, за обучение, CE баллы, и с помощью CE баллов продлить ту сертификацию, которая у вас есть. Так вы убиваете несколько зайцев сразу. Вы проходите официальное обучение, то есть вы обновляете свои знания, вы автоматически получаете CE баллы и имеете возможность сертификацию продлить. Новые сертификации с помощью CE баллов получить нельзя. Нельзя. То есть распространяется только на те сертификации, которые у вас есть. Нельзя курс прослушать и получить сертификацию. Нет, это было бы неправильно. CE баллы можно использовать только для продления. Так, вопрос от сисадмина. Если ранее учился по старым модулям CNA, плюс прошел CNA переходный курс, нужно ли проходить что-то еще? Товарищ сисадмин, если вы учились по версии CCNA в сетевой академии старой, это получается версия 6, и вы прошли переходный курс, то в принципе вам более не нужно ничего для подготовки к новому экзамену CNA. Весь материал уже есть. Да, вы там захватили по ходу изучения то, что теперь подробно не рассматривается, тот же EAGRP, например, но это вряд ли для вас плохо. Это пригодится вам, когда вы пойдете в линейку CNP. Еще вопросы? Вроде как из озвученных, написанных вопросов я все глазами пробежал. Более вопросов нет. Тогда хочу сказать вам большое спасибо. На всякий случай напомню свои контакты. Сайт monakhovps.ru, там же есть все адреса электронной почты, ссылки на специалист. Если вам понравился семинар, был для вас полезен, может быть, вы хотите предложить что-то еще, можно всегда написать на ящик info@specialist.ru. По принятой мной традиции, так как у меня есть слово, хочу в конце семинара выразить благодарность своему другу и коллеге Серкову Михаилу, который очень во многом мне помогал на моем пути к сертификациям и CCNA, в том числе и к инструкторским сертификациям. Да и вообще в целом очень хороший и ответственный человек и надежный друг. Михаил, спасибо тебе. Спасибо вам всем, что пришли, что слушали. Приходите к нам в центр специалист. Огромный выбор курсов, в том числе выбор курсов по ЦИСКО. Контакты вы видите на экране. Спасибо вам всем большое еще раз. Приятного вам остатка дня. Приятного вам окончания рабочей недели. Всего доброго. Надеюсь, еще увидимся.